Друзья, приехали мы в Атакент. Этот ролик начну именно так. Спрели, пока доехали. Сегодня снова 34 градуса. Сейчас время где-то 4, наверное. Да, у вас такие колечко красивое есть. А зачем мы приехали? Нам нужно Азальке купить сланцы. А это большой аутлет, где есть и Вайкики, и еще какой-то тут магазин есть. В общем... почему мы приехали сюда? Мы решили здесь посмотреть и сразу после этого пойти на море. Вот, смотрите, вот это вот получается сторона аутлета, здесь все детское. И вот здесь спокойно можно, в принципе, выбрать, почему мы не поехали в город в Селевке, потому что, ну, это надо будет сначала город, потом сюда. Что случилось? Я пойду игрушки там, я видел. А ты не потеряешься? Нет. Давай сначала выберем Азальке что-нибудь. Да нет, я хочу... Мы здесь будем, хорошо? Пока жарко будет. Папс, Алмаз этот, игрушки смотрите, вот пошел посмотреть. Смотрите, какие. Так, а вот такие, смотри, как у единорожки этот. Крылышки. Как она, крылышки. Попробуешь давай померить? Давай. Вот эти фиолетовые. Давай возьмем. 33 размер. У тебя какой интересный? Я не 33, ты что? Ну, надо поискать, где поменьше, если что. Возьми, вытащи одну. Просто одну попробовать. Вытащи вот так, наверх подними. Давай, я вытащу. Да, вот так вот. И поставь, попробуем, посмотрим примерно, какой у тебя размер. Вот это снимай. А то у нас были закрытые сланцы, и у нее как будто бы пальчики, смотрите, немножко скривились. Ну, либо просто пальчики, смотрите, видите, как стоят пальчики? Это большой размер тебе, да, надо, наверное, 31 где-то. Давай пока одень вот это, сейчас попросим вот этого, именно эту модельку, 31 размер, пардон. Отусбер Алабилерма? А, ты шикарля. Иди сюда. Вот здесь вот все сланцы. Так, и Азалька любит... Вот у нее вот такие были, смотрите. Вот. И как будто бы из-за того, что вот она постоянно в ней ходит, они закрытые, да? Ну, понятное дело, в садике она ходила в этих... Как они называются? В сандаликах. Но часто она вот в этих ходила, поэтому... Азалия, вот, давай выберем вот здесь вот. Они еще и недорогие. Сейчас я тебе найду 31 размер. Ау. Ты хочешь с Микки Маузом? Нет, эти какие-то некрасивые. Ты же хотела радужные. Давай посмотрим. Смотрите, по 149 лир. А сколько эти стоят? Вообще 149 лир, это вообще как бы недорого, я считаю. Единственное, сейчас с размером бы. Размер найти ее. Ну, что-то кажется, что все такое большое. Там уже 38-й, 35-й. Короче, спросила у девушки, которая здесь работает. Но она почему-то ушла, говорит. Сами типа ищите. Здесь 33, да. Но 33 тебе большие. Так, ну а что еще есть, если, допустим, какие варианты? Что? А вот такие тебе не нравятся? Смотри, какие прикольные, беленькие. Не, я хочу радужные. Хочешь радужные? Так, что делать-то? Пардон. Нам сказали, что есть еще там в конце. Вот здесь я еще вижу. Короче, идем дальше, смотрим. Здесь все такие. Пошли сюда. В конце еще, говорит, есть. Сейчас посмотрим. Да, вижу, есть поменьше размер. Там, говорит, от 33 размера. А здесь будет именно вот маленькие размеры. Сейчас посмотрим. Смотри, Азалия, выбирай. Куча-куча обуви. Еще себе, действительно. Здесь даже есть, где сесть, примерить. Так что... О, я уже вижу, смотри, какие красивые есть.
Смотрите, смотри. Нет, это пипелька. Смотри, с цветочками. Это пипелька. Так, ну ладно, если это для бебеек, тогда давай выбирай сама, что тебе нравится. Я бы, конечно, вот эти попробовала бы. Они прям... Ой, вот эти. Они прям мне понравились. Только размеры здесь маленькие. Радужные, они не матовые. Давай радужные искать. Так. Какие, интересно, мы с тобой выберем. Азалия. Ищи. Какие тебе нравятся? Нам нужно, короче, найти такие, чтобы и ей понравилось, и удобно было. Так, ищем. Ищем, друзья. Вообще здесь как бы и детский отдел, и взрослый отдел. Можно, в принципе, что-то подобрать и себе, если надо. Сейчас я поищу внимательнее и покажу, что мы выбрали. Короче, мы ничего не смогли найти. Купальник нам не нужен. Пойдем обувь посмотрим. Что вы примерили? Нету там ничего. Обратно давайте. А что, есть другой магазин? Я так понимаю, нету другого магазина. Есть, да? Пошлите туда. Здесь, оказывается, еще один, говорит, магазин есть. Нет, я просто... А, слушай, вот здесь еще есть. А, это на мальчиков. Блин, ну я хотела Вайкики купить. Ты хотела с открытым носком, да? Да. Нет, они там есть, они ей не нравятся просто. Но они действительно некрасивые. Тут вон оранжевые, вообще ляпистые какие-то. Короче, вот здесь ничего не нашли мы. По сути, вот они, на девочек. Так, кроссовки, смотрите, 299 лир стоят. 499 лир. По сути, такие есть там. Ей вообще одни нужно в садике носить. Одни нужно так, для красоты. Каждый день. Ну, вот такие вот, если взять. На каждый день. Но они какие-то очень, очень широкие, мне кажется, неудобные. Поэтому даже не знаю, короче. Ладно, посмотрим мы в другом месте. Футболочки здесь по 149 лир есть на деток. Что-нибудь нашел? Смотри, а если вот такие? Ну, вот я там тоже такие смотрела. Ощущение, что широкие очень. Азалия, иди-ка сюда. Померикась. Ты там помери вот такие. Сядь сюда. Это просто в садике носить, в садике. Померяй. Ну ладно, не нравится, если... Давай там еще посмотрим в другом месте. А, ты радужные хочешь? О-о-о. Красивые. Ну это на мальчика, ты чего? Ну я понимаю, что для мальчика, но прикольные. А где алмаз? Ну только 27 размер. Папс, а где алмаз? Ну где-то здесь ходят, дуются. В смысле? А почему он дуется? Потому что он две игрушки хочет. А какие игрушки вы нашли? Вот. Это для воды? Да. Азалия, ты хочешь такую? Да, будем пить. А розовая вот, такая, кстати, есть? Вот, вода. А розовая такая есть? Не, розовой нет. Вот есть синяя и зеленая. Алмаз! Ты где? Ладно, пойдем. Алмаз. Короче, мы потеряли ребенка. А где игрушки? Иди, покажи, где игрушки. Такой огромный аутлет Вайкики. Я здесь первый раз. Предлагаю игрушку оставить, сначала сходить в магазин, чтобы очередь не стоять. Короче, здесь и русскоговорящих много, и самих турков много. Короче, ищем алмазы. Потеряли ребенка. Азалия, давай, ты хотя бы не теряйся. Дай ручку. Ой, друзья. На улице реально сегодня жарко. Сейчас
Посмотрим, сколько градусов показывает. Показывает 34 градуса. И теперь я Руслана потеряла. Короче, ходим вот так вот, бродим. Когда солнце сильное, вообще, короче, вот реально тупеешь, что ли, голова не соображает. Становишься медленный какой-то, короче, продуктивность человека падает. Мам, пошли поищем. Пошли поищем. Ищем, ищем. Даже ребенок подсказывает, что делать. Тут все смотрят, типа, о, блогер пришел, телефоном ходит. Все так этот удивляются. Видать, мало блогеров тут. Вот окиньте. О, ну что, потерялись? Никого не можем найти. А вот, нашли Руслана. Где? Нет алмаза? Пока выключили. Нашли мы, короче, ребенка. Руслан сейчас пошел на улицу. Где ты эту штуку нашел? Пойдем Азалии тоже возьмем. И пойдем в другой магазин. Нельзя так прятаться. Пойдем папе скажем, что нашелся ты. Пойдем. Пошлите, а то тут сейчас уже у папы инфаркт случится. Сейчас папу найдем, скажем, что мы нашлись. Я сейчас скажу папе. Ну, папа сейчас... Сейчас папа наругает тебя, наверное, потому что так прятаться нельзя. Ты знаешь, я другое место, издельное место. Я просто, чтобы вы меня не поставили. Я вообще, знаете, где? Где вот папа где, у нас? Где? Короче, Алмаз хочет показать, где мы спрятались. Где он спрятался, то есть. Я здесь ходила, кричала, Алмаз. Вот ты, козюлька, где спрятался. Короче, ходим, бродим. Джинсы давайте покажу. Смотрите, джинсы 249 лир стоят. Короче, похоже, здесь... Хорошие цены, поэтому народу очень много. Ну и сегодня выходной, воскресенье. Есть купальники. Кстати, сколько купальники стоят? Вот смотрите, трусы 129, а верх 229. В общем, такие вот цены. Большой аутлет. Главное самой не потеряться. Попробуем? Ну, это теплые, наверное. Знаешь, жарко что? Будет, да? Даже тем более это женские. Папа, даже у пластики такие штуки. Фу, даже пошлите, а. Короче, уходим из магазина, потому что нужна обувь. Вот, игрушки потом купим. Поставим пока сюда. И сейчас пойдем в соседний магазин. Подожди, мы сейчас... Так, здесь Мигрос, Мигросе, наверное, нету, да? А, слушай, смотри, еще какой-то магазин. Элло Аутлет. Здесь, кстати, фрукты продают. Ой, такие ароматные. И сейчас зайдем в магазин Фло. Я думала, это Элло. Мне так кажется, это Фло. Ну, наверное, кушать захотели, поэтому кушают. И сходу обувь. Не знаю, есть ли тут детский отдел. Ничего себе. Так это магазин обуви. Вообще супер. Нам как раз магазин обуви и надо. Смотрите, друзья. Турецкий аутлет, магазин обуви. Алмаз, пожалуйста, не отставай. Мы сейчас уйдем домой. Алмаз. Так. О, смотрите, друзья, что мы тут обнаружили. Так тут просто куча детских... Детской обуви, друзья. Азалия, смотри, сколько обуви. Мама, не уходи никуда. Мама. Где? Тут вообще. Вон, смотри, тоже красиво. Прелесть просто. А по ценам что? 299 лир. Смотри, какие ватки. Да, я вижу. Смотри дальше сколько. Каких только нету. Это ладно, сандалии в садике будем носить. Теперь надо тебе выбрать. Ох, смотри. Смотри, какая красота. Смотри. Сколько стоит? Нет, они не ватные. 399. Они не ватные. Друзья, вот это магазин. Слушай, вот это магазин. Смотри, лето, summer написано. Вот такие есть спортивные, но Азалия такие не любит. Азалия, вот с этой стороны вообще просто куча. Смотри, даже какие есть. Лол. О, с единорожкой.
И что Залька любит? Красивые. Ой, смотри. Ну это теплые с Эльзой. Давай дальше. С открытым носком, да? Да, с открытым. И эти очень красивые. Хочешь померить? Круто! Короче, куча обуви. Мерить и мерить. Главное, чтобы алмаз опять не спрятался. Но они большие. Короче, обуви куча. А мне, знаете, понравились вот такие. 30-35. Смотри. Да. Надо просто попросить. Они как будто удобные. Это как будто ватные волосы. Да. Сколько, интересно, стоит? Ну и цена 610 сразу. А нет, 549. Ну, короче, непонятно цена. Так, еще мне какие-то понравились, когда мы шли. Сейчас. Вот здесь вот, вот такие вот есть. С бантиком. Красивые очень. Так. О, смотри, с этой стороны тоже есть. Смотри, лол. Кукла, ну да, лол. Я люблю. Вот такие нравятся тебе? Короче, обуви куча. Смотри, Азалька, смотри. Блестящие. Короче, выбирай, не хочу. Да, вот эти красивые. Но вот, вот это место не очень будет удобно. Надо еще и удобный. Ой, смотри, с кошечкой. Вот, короче, ей нужно вот такие вот, чтобы широкие спереди были, чтобы пальчики все. Нравится? Надо будет спросить. Вот эти. Потом беленькие есть. Смотри, какие красивые. Ну, Азалька. Да, да. Но я пятилатный. Вот это как твои. Я пятилатный. Да. Смотри, куколка есть. Опять куколка. Я не бью куколка. Я бью котенки. А вот эти. Это простые. Ага. Давай дальше посмотрим еще. Очень много вариантов. Короче, одну модель спросили, есть ли размеры. Говорит, что только это. Ощущение, как будто только все размеры здесь прям выставлены. Так, давай еще смотреть. У них еще. Нету, да? У них похоже... Ну, она, короче, подходит, такая пикает, смотрит. И если есть, то можно. Эти некрасивые. Тебе нравятся? Мистерии. Какие? Мистерии. Да, пошли еще посмотрим, какие есть. Вот с этой стороны. Смотри, куча. Просто куча. Еще с этой стороны куча. Давай выберем уже. А то там сейчас опять алмаз спрятится. О. Вот эти нравятся? Так, надо запомнить и спросить. Ну, мне нужно радужные. Азалия, какие это радужные? А вот, кстати, эти сланцы. Зайчики. Вот такие можно купить. Зайчики, да. Нам надо две купить, понимаешь? Поэтому. Ну выбирай уже радужные. Короче, куча-куча. Почему здесь, интересно, в детском отделе одевают взрослые, непонятно. Ну, ладно. Ушли. Хорошо, что. Ушли. Давай досмотрим. Вот давай тогда вот такую. Уточним. Смотри, радужные с единорожкой. Хорошо? Нет, Азалия, давай уже выбирай какое-то. Надо две пары нам купить. Так, очень долго уже. А вот такие вот, смотри. Смотри, какие красивые. Да они только розовые. Ну и что? Не, ну радужные. Слушай, Азалия, уже радужных здесь не осталось. Так что давай, выбирай что-нибудь себе. Короче... Когда выбора много, еще одна проблема появляется. Не знаешь, что выбрать. Давай выбирай поскорей. Какие понравились? Дальше посмотри, вот здесь есть какие-то. Фух, жара. Короче. Слились мальчики, мы остались только здесь. Мальчики, похоже, сами себе что-то там выбирают. Что? Вот такие вот есть. Красивые. Смотри, какие есть, как кошечки. Тоже красивые. Надо спросить размеры.
сейчас придет тот, кто здесь работает. И мы у нее спросим, хорошо? Так, смотрите, какие выбрали с запасом. 29 размер. Стоит, я не знаю, которая цена, 499. Сейчас уточню, почему цены разные. Красивые, тебе нравится? Да. Сейчас еще зайчики принесут нам. Еще на пляж мы, короче, выбрали вот такие вот зайчики. Вот. Конечно, не настолько удобные, но почему-то пляжных здесь нету. 149 лир. Есть они вот такие вот стрёмные, смотрите. Не очень красивые. Ау, солнце. Мы эти точно купим и еще одни возьмем, хорошо? Нет, мам, что? Я хочу такие на море. Ты же крылья. Еще вот такие померим? Нет. Просто померим, тоже очень красивые. Стоит 299 лир, кстати. И те тоже посмотрим. Давай. Нет, 30-й. Здесь немножко запас побольше. Алмаз, те, которые нравятся, скажи. Посмотри. Эти или эти? Мне нравятся. Озадачили. Вот эти? С цветочком? Азали. Да, тебе эти нравятся, мы эти возьмем. Подожди, не пинайся. Тебе нравятся, садись. Они тем более большие. Они большие тебе. Мы вот эти возьмем сейчас, хорошо? Мы попьем. Цветочками не будем покупать. И, короче, я попросила вот эти принести для пляжа. 150 лир стоит. Сейчас должны привезти. Они этот. Кстати, плохие, они отклеются. Ну, 150 лир хотя бы сейчас надо что-то купить. У нас еще есть, конечно, вот эти свои, но они старые уже. Хотя бы что-то купить сейчас. Можно и другое что-то купить сейчас. Даже. Так, смотрите, вот такие вот есть. И я тут пока покупала, заметила, что здесь разговаривают на английском языке. Похоже, англичане. Смотри, опсы. Вот такие вот есть. Некрасивые. Это стрём, они неудобные. А вот эти обычные, вот. Потрогай. Тоже отклеится. Кстати, с единорожкой. Ну, а размер есть? Я спрошу. Они большие. Ну, в смысле спросишь? Вот они все здесь. Нет, зачем? Она же вынесла. Вот такие тогда, смотри. 199. Дима, все размеры здесь. Вот конкретно вот эти, которые висят. А, ты спрашивала? Я не спрашиваю, я уверен, что вот так. Сейчас, Алмаз, подожди. Выберем Азалии что-то. В общем, дети устали, говорят, хотим пить. Мы выбрали одни разноцветные для Азальки. Руслан пошел оплачивать на кассу. Сейчас, Азалия. Пойдем сейчас в Мигрос и там купим. Алмаз, это не наша вода, не трогай. Зачем ты так кидаешь? В общем, пойдем сейчас в Мигрос, и, возможно, там есть сланцы. Там и купим. А здесь что-то вообще прям пляжных нету. Но зато сандалий куча. Есть, конечно, вот такие вот, смотрите. Но они все, короче, такие, как будто бы развалятся. Азалия, пошли пить. Кстати, вот такие были. Ну ладно, все, ушли. Ходим. Еще нам надо купить, зайти обратно в Вайкики, купить... этот, игрушки для воды, которые мы оставили возле выхода. Все, наконец-то нашли сандалики Азалии. В итоге я даже не спросила, сколько они стоят. А сколько они стоят? 500. 500? Ровно? 499. Ну, все отлично. Вот такие, короче, купили за 499. Хочу, а что, коробку не дали? Просто так? Нет, коробку не дали. Я хочу ничего себе. Купить. Так, давай, цена 499. Зашли мы в Мигрос. Я хочу что-нибудь такое холодненькое купить, потому что мы взяли пиццу с собой. И к пицце нужно что-то. И здесь, кстати, вот есть, если что, сланцы. Но маленьких я не вижу. Так. Ощущение, что здесь только для взрослых. Да, здесь маленькие сланцы. Нету. Здесь нету. Там уже касса.
Здесь только вот такие вот. Давай что-то купим. Пойдем попить купим. Вот там дальше. Холодильник. Пойдем. Что-то такое холодное-холодное надо купить, чтобы до пляжа, когда дошли, они были холодненькие. Так, что же купить-то всем нам? Я знаю. Что ты знаешь? Что это может быть? Может быть, яблочный сок? А вот этот Швепс чем? Каршек Аромала. Я даже не знаю, что можно купить такое, чтобы менее вредное было. Колу не хочется. О, вот Пепси можно взять. Пепси давай возьмем. Пепси я люблю. Я знаю, что она, конечно, не такая прям тоже полезная, но я люблю Пепси. Давай Пепси берем. Все, пошлите. Похоже, придется вернуться в Вайкики и купить сланцы какие-нибудь. Вода. Да, нет, да, твоя вода. В общем, взяли еще стаканчики. Стоим на кассе. Нет, это моя вода. Здесь три кассы. Вообще-то это моя, я это себе купила. Мы не стали сюда. А пить-то хочется. О, вон Руслан нашел холодную воду. Хорошо. Короче, вот такой вот длинный-длинный тут аутлет. Фло, Вайкики, Мигрос. Еще... А там дальше не было ничего интересного? Там дальше Кочеташ. А вот типа там еще что-то было. Там тоже Кочеташ вроде, да? Нет, мам, такого быть не может, что и тут Кочеташ, и там Кочеташ. Нет, не Кочеташ. Типа хозяйственного, да? Типа хозяйственного, да, что-то, да. Интересно, сколько здесь клубника стоит? Мама! Как вкусно, ароматную. Мама! А, айда спросим этот инжир, смотрите, друзья. А инжирный кадар? Инжир 200 килограмм. И кизель? 200 килограмм. Килограмм 200. А джилек? Джилек 120. 120 килограмм. Ты шикарлер. Так, 120 лир, короче, ягоды и инжир 200 за килограмм. Заходим же, заходим. Только надо обувь тебе купить какую-нибудь. А то сейчас на пляж не сможешь пойти. Пойдем любую обувь выберем себе быстренько. Хорошо? Конечно, 33-й, но, говорит, отлично. Пойдем до папы доковыляем. До папы. Туда, на кассу. В принципе, хорошо, а чего нет-то? В общем, Руслан забраковал. Сейчас пойдем там выберем что-нибудь себе, да, Казым? Да. Сланцы какие-нибудь. Да. Вот такие вот возьмем и все. Холодные! Хорошие, конечно, спускаться хотя бы даже на пляж. Мам, они холодные. Холодные? Давай тамую. Давай тамую, померяй. Как ходить-то вообще? Тебе удобно, нет? Давай, померяй вторую. Туда и обратно. Удобно? Вон туда посмотри, он тебе подсказывает. Удобно тебе, Казым? Хорошо. Не широкие? Хорошо, да? Хорошо. Казым, не широкие? Не широкие. Точно? Да. Вот, наверное, такие купим. Красивые. Все, снимай давай. Да, смотри, какой это. Ида, иди сюда. Здесь обувь один, здесь вот. Так, смотрите. Вдоль этого торгового центра, получается, с этой стороны. Есть, смотри, даже Atom House. То есть, или он не работает. Типа пиццерии. Пиццерии там. Что-то такое. Здесь вот Vitamin World какой-то. Смотри, а это типа русского магазинчика, что ли? Что-то непонятное, короче. И здесь вот смотрите, как интересно. Мы здесь еще не бывали. Это мы дальше всегда проезжали туда, в сторону Атакента. Смотрите, как здесь можно спускаться. Кстати, азальки прям хорошо. Сандалики, то есть, точнее, сланцы. Прям идеально на пляж ходить.
И вот там должно быть море, по сути. Смотри. Что? Газичифли. А, и Сусанкин. Такой большой дом, кстати, как у нас прям. Такие дома у нас обычно. Так, на дорогу не выбегать. Руку. Так, и здесь вот вдоль канала нам надо сейчас идти в сторону моря, друзья. И это район Атакент. Здесь, кстати, где-то даже клуб есть. Я когда ехала, здесь читала. Фу, но здесь воняет. Слушайте, здесь фу, кошмар. Тут вот этот канал, получается, почти высох. Здесь фу, как воняет, кошмар. Здесь даже идти неприятно. Хорошо, что ветер с другой стороны. Чувствуете? Приятный аромат. О, смотрите, а там еще ММ Мигрос, оказывается. Пойдем оттуда. Вот умное решение, папа, молодец. А то я бы сейчас пошла бы вдоль этого канала вонючего. Смотри, а напротив ММ Мигрос был, оказывается. Сейчас дойдем. И будем купаться. Ну, здесь, конечно, я бы не сказала, что идеально. Дороги какие-то убитые. Но что поделать. Сегодня мы решили здесь погулять. Аккуратнее. Короче, мы зашли куда-то в Сите, как будто бы там были ворота открыты. Здесь тенек, хотели пройти отсюда на море. Не знаю, получится ли у нас выйти в ту сторону. Красиво здесь. Здесь красиво, похоже. Да. Очень много домов, и как будто бы вот здесь вот один бассейн на всех. Но домов очень много, прям очень много. Но зато представь, Айдат как разделяется хорошо, равномерно. Я вот снизу не вижу, там интересно, сколько бассейнов. Тут, а наверное, вот, несколько бассейнов. А вот у нас примерно, представь, вот у нас один такой дом. Да, поэтому у нас... Ну, а если так подумать, вот если так подумать, сауна, и мы целыми днями как персональный бассейн плаваем, и это всего лишь 1250, и если это в рубли, это вообще недорого. Если сейчас вот умножать на 2,6, это получается, ну, 2600. Смотри, подожди. Вот тут смотри. Горка, да? Угу. Бассейн какой здоровенный, да? Слушай, а здесь несколько бассейнов получается. Вот несколько бассейнов, бар вон есть. О, а это что такое? Ничего себе, белая такая этот. Типа, знаешь как? Как по мукале сделано, да. Короче. Круто, очень красиво. Это, к сожалению, не наша Сите. У нас отсюда... Или это что-то общее? А здесь, может быть, сюда можно деньги заплатить и зайти? Ну, мы бесплатно зашли уже. Но люди, смотри, с сумками приходят. Они же не из дома с сумками приходят, ну, так а как ведь? Ты, вот, как это... Потише, не кричи. Люди... А, слушай, здесь, похоже, платно, действительно, вот. Нет? А, через пикалку. Смотри, что, еда, напитки мне запрещены. Тут, получается, с картой заходишь. А как пройти дальше? Смотрите, друзья. Хош гильденис. Самое главное, что... Я думаю, что мы... Что мы не попадем в море? А я думаю, что мы попадем к морю. Кстати, вот здесь еще один вход есть. Ну, это для инвалидов сделали. Нам сюда нельзя. Что-то для... Своих. Вот надо узнать, что это за... Сите такое, да? Сите такое. Читай, рядом магазин. Здесь вот лес есть. Или это что? Смотри, это пляж, похоже. Вон же море. Нет, смотри, парк какой-то как будто бы. Надо, короче, пройтись, посмотреть, потому что мы здесь редко бываем. Смотри, написано, что вон там тоже заборы и деревья очень много. Похоже, парк. Выход, да. Сейчас мы выйдем. Получится выйти. Так, ну что, прикольно, да, Сите? Интересно. Да я думаю, откроется и так.
Руслан побежал, чтобы, если что, ну мы же в Сите находимся. Я так понимаю, у них у всех ключи есть, а у нас нет ключей. Здесь вот много деревьев и как будто парк. Интересно, короче. В интересное место мы пришли. И сейчас мы отсюда выйдем уже. Но Сите интересное, возможно, мы даже будем рассматривать переезд сюда. А чё нет-то, пляж рядом. У нас, в принципе, такой сад красивый. Я здесь гуляла как будто бы. А нет, сад классный, короче. Все, надо уточнить. Короче, вот здесь вот. Смотри, даже сад Илык есть. Дом продается. Квартира, да. Алмаз, не ной, пожалуйста, ладно? Мы уже пришли. Кстати, вот море. И мы хотим прогуляться вот до туда, посмотреть, что же там такое. Просто мне показалось, как будто парк какой-то. А вот это вот Сите действительно такое большое. И интересно так, чтобы зайти туда в бассейн, у них, короче, карта есть. Они пикают и заходят в этот, в аквапарк и в бассейн. Прикольно, конечно. И море тут рядом, если что. Надо узнать, что да как называется Сите и сколько они платят. Потому что сад тоже очень красивый. В саду можно гулять. И, друзья, решила я прогуляться в эту сторону, посмотреть, что же тут есть. А тем временем время уже доходит 5. И температура немного снижается. 33 градуса показывает. Здесь как будто бы палаточный парк. Да, смотрите, палаточный городок. Ничего себе, прикольно. Я не знаю, конечно, дальше что там есть. Но как будто палаточный городок такой. Здесь очень много русскоговорящих. Вот, смотрите. И под ограждением это все, под заборами. Вот так вот. Ну ладно. Мы пойдем дальше. Может, даже и сюда куда-нибудь сходим. Здесь вообще как будто дикий пляж. Мне кажется, здесь пластика нету. Ну ладно, сейчас посмотрим. Фу, жарко, друзья. Я прям вся вспрела. Ощущение, что я нахожусь в сауне какой-то. Хотя 33 градуса показывает. Красная, краснющая. Да. Смотрите, еще одно Сите. Но здесь уже бассейна нет. А, нет, а, есть вот тоже бассейн. Вот это есть фламинго. Какой фламинго? Где фламинго? О, слушай, бассейн есть. Вот это Сите мне больше нравится, чем то большое. Вот здесь же как раз таки это. Место, кстати, ухоженное. Смотрите, там бассейн есть, люди купаются. Вдоль моря, считаю, вообще супер. Короче, мне Атакент начинает нравиться. Вот выход из Сите, и новое Сите начинается. Тоже, кстати, с бассейном вроде. Тоже старые дома. Здесь тоже старенькие дома. Здесь больше на отель похож. Смотрите, какие дома. Бассейн здесь не залит. Бассейн не залит, да. Там дедули сидели. Вон на балконе тоже старенькие люди сидят, может, поэтому. Короче, вот так вот надо ходить, смотреть. Так, ну а мы ищем место, где, чтобы были еще кабинки. То есть оборудованный пляж нам нужен. Здесь он пока как будто бы... Вот есть кабин написано, но не такие хорошие кабинки. В общем, мы дальше идем гуляем, друзья, по набережной Атакента. И тут продают фрукты. Круто. Денис Кент написано, Ситоси. Смотрите, сколько фруктов. Вау. Выкидывают на улицу мусор. Вот Алмаз, вот правильно. Хулиганы, потому что. Вот еще одно Сите. Тоже, кстати, ухоженное. Но здесь, не знаю, тоже есть ли бассейн. Вон там вот виднеется бассейн какой-то. Непонятно, залит или нет. Это бутылка с нами. Еще одно Сите. Здесь уже вот
и кабинки вроде есть. И мороженое продают. Мороженое, где есть мороженое? Да, уже есть, но оно, он один. Вон там дальше, там большие кабинки, двойные. Поэтому... Дальше. Все равно, потому что на автобус там надо выходить. Зачем? Нам и здесь можно выходить? Разницы нету, просто как бы... хочется, чтобы кабинки были удобные. А здесь видно, что кабинка, она, смотри, от кафешки как будто бы. Наверное, платная. Смотри, Айше... Баджанын ери. Кахвалте, гамбургер, тантуни, сакма, сок, то есть есть. Короче, классно, красиво, только да, жарко. Что такое бадже? Бадже? Баджанын. Как у нас бадже, что ли? Может быть. О, какие старые домики. Да уж. Вот так, друзья, и сами все новое смотрим, и вам показываем. И вы, считай, все изучаете вместе с нами. Жара невее. Ну все, короче, даже выговорить не могу. Фух. Смотри. Смотрите. Фух. Прям жара-жара. Короче, Руслан с Алмазом пошли переодеваться. Мы, как всегда, уже в купальниках. Решили сейчас вот здесь вот искупаться, потом чуть-чуть дальше пройти туда, где кабинки. Потому что невыносимо уже идти. И сейчас вот, по сути, да, иду и думаю, наверное, все-таки здесь нету газа, да, вот такие. Да, было бы, конечно, круто вот так вот под боком моря. Но зимой, скорее всего, здесь сыро очень, влажно. И так как нету отопление, сырость только так и лезет, наверное, ну, то есть плесень. Поэтому, конечно, надо думать перед тем, как сюда переезжать. У моря, конечно, хочется жить, но надо в этом плане тоже продумывать все. И сидим мы, наблюдаем за людьми, как приходят, и ключом вот так вот открывают зонтики. У них там зонтики, столы, стулья, похоже. И вот так вот они раскрывают. В общем, приходят. Видите, вот здесь вот закрыто. Так же получается. На ключ. Не знаю, каким образом. Может быть, это от Сите. Может быть, они как-то покупают их. Может быть, они... Возможно, они ключик берут в кафе каком-то. Хотя здесь нет кафе. Или есть? Странно. Есть кафе тут? Ну, навряд ли. Они все, смотри, они все разные. Ну да, они все разные. Здесь вообще алгида какой-то. А мы здесь сюда приезжали, помнишь, тоже вот там вообще вон шезлонг под этим. Не, вон там. Да, ну наподобие, вон там тоже шезлонг стоит так. То есть даже со шезлонгом есть. И они вот так вот открывают, получается. Ну, шезлонги это точно от кафе. Да? Мне кажется, 100% это от кафе. Ну, а все, здесь, видишь, так вот раскрываются, садятся. Ну да. И не только раскладные, вон есть такие. А здесь вообще переносные. Вон. В общем, мы искупались, пластика нету. Это, конечно, не как в Кашкалисе, протяженный такой. Этот неглубокий пологий вход. Здесь как бы чуть пройдешься уже глубоко. Вода в Кашкалисе, конечно, чище. Здесь немножко она помутнее, что ли, из-за песка. Ну это да, муть. Это чисто муть. Да, так-то в принципе вода чистая, не видно пластика вообще. То есть обычно же вот такие пластик. Но на берегу пластик есть? На берегу вот, то есть волнами прибило, пластик лежит, а в воде нету. Вот. Но временами он появляется, говорят, временами как бы уходит. Сегодня вот нету как бы нормально. Куча народу, очень много народу. И вода уже, знаете, вода как парное молоко. Вот прям 100%, все. Вот июль, да? Считай, середина июля уже как парное молоко. Ну, для меня лично. Уже, то есть, выходишь с
из воды вообще как бы вообще прохлады не чувствуешь. И наоборот, даже когда вот в воде находишься, ищешь, короче, более прохладное место. То есть дальше заходишь, и там на дне ноги вот чувствуют, что более-менее прохладно. А так вода прям такая, прям как парное молоко. Я бы сказала, даже не освежает. Ну, просто как бы снимает вот эту вот усталость. То, что мы шли, немножко подустали от жары, зашли в воду, и вот это только снимает, но не прям охлаждает. Вот. Короче, как-то так. Море есть море уж. Какое бы оно ни было, везде оно, в принципе, одно. Единственное, вот эти вот пластики, не пластики, только и как бы вход какой, смотря пляж какой. В общем, вот так вот отдыхаем. Сейчас только пиццу покушали. Вообще прям сидим, кайфуем. Сейчас еще немножко поплавать. И можно будет уже в сторону дома, да? Часик поплаваем где-то. Ну да, да. И завтра на работу, потому что завтра понедельник, сегодня воскресенье. Вчера мы в субботу сидели дома, вообще никуда не ходили. В сауну ходили, чисто бассейн у себя в Сите. И все. Так что сидим с мужем, кайфуем. Хорошо, да? Любимый, хорошо? Да, хорошо. Хорошо, кайфово. Народу много. Вот. Все раскрываются. Сейчас поплавать пойдем. Да и поедем. Вот здесь вот, кстати, я вижу, что детские аттракционы есть. Вот там вот детские аттракционы виднеются. Ну и мы, в принципе, вот где-то в той области были как-то. Просто в этот раз мы прошлись. Немножко раньше вышли, прошлись. А в тот раз мы прям там. Мы вылезли. Вот такие вот дела, друзья. Наверное, буду заканчивать ролик на этой прекрасной ноте. Еще раз искупались. Вода прям теплая-теплая. Короче, даже подустали, потому что очень долго в воде находились. Солнце уже садится потихонечку. Дети пока остались в воде, они все насытиться не могут. Вот. Всем желаю хорошего настроения, друзья. Счастья, радости. Всем пока-пока, друзья.